Покажи шаг. Замечаю тоже, чуть тебе мячик отпидывает от сетки, уже выход сложнее, и если мяч к сетке, да, ты бьешь его параллельно, то есть сверху, точнее вниз. Чуть дальше его уже сверху здесь бить нельзя, потому что сетка дальше. Тебе нужно более пологий удар сделать про заднюю линию. Опустился мяч. Медленно пошла. Корректирующий и накачка. Сейчас вроде ничего так сделал, но не попал. Не попал, но мяч был сильно справа. Сильно справа, да? Гади. Попадал чуть, мяч узкий был. Чуть-чуть рука попал, но движение неплохое. Именно в момент касания ты ударил больше под низ мяча. То есть не закрыл его, да, что нужно было, больше под низ. Если говорить о попадании именно в руки. Все, вот чуть-чуть раньше. Хорошо было по времени, очень хорошо. Кистью не попал. Говори. Я рад. Очень. А удар-то был хороший. Но на отпускание. Лёд был. Шлепок был повечу. Да блин! Все, спокойно, отдохни, чуть восстанови дыхание. Я, видишь, у меня с траекторией проблемы, я плохо учитываю. Это у всех, это в основном большинство у всех. Это видишь, все будет через количество. То есть, чем позже ты сделаешь шаг,
ты поймешь, куда он пролетает. Но и здесь есть нюанс такой, достаточно тонкий. Чуть-чуть затянешь, опоздаешь. Вот оно и происходит. Может быть такое движение, знаешь, ты полетел, уже начинаешь медленно делать. А потом он начинает падать, уже в сторону него шагает. Ну вот я сейчас, как я слышал, когда хорошо упадал, я так и делал. Только вот здесь ударом. Я еще потом руку так. Вот, отдергивай. Да. Не отдергивай руку. Продолжай движение. Говори. Я прыжок сделал в сторону. Опоздал. И, ну, наверное. Самое основное опоздал. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. Стоп.